Доброго времени суток, YouTube. Сегодня я хочу вам показать макияж из палетки от Dior. Вот такая у меня дорожная палетка от Dior. Долго она у меня лежала, и никак что-то я ее не могла приспособить, что ли, под себя. Такую палетку вы видели в видео у Вероники Mika Girl 07. Сейчас я постараюсь вытащить оттуда пластиковую. Вот так выглядит. Это вариант дневного макияжа. Это вариант вечернего макияжа. Ну, посерединке находится пудра. В пластиковой вкладке находится пробничек туши Dior. Dior Show Extase. И маленький спонжик. Спонжик, кстати говоря, я сначала вам что-то не поняла. Он двусторонний. Первый у него такой пористый. А вот вторая, как раз я ее уже использовала только что сегодня. Вторая сторона пуховки такая мягенькая, шелковистая. И в принципе можно ей нанести такую вот очень маленькую-маленькую вкладочку. Пудра, скульптор и... как называется, энлайтер, ну, практически хайлайтер, но без блестящих таких моментов, то есть он просто высветляет чуть-чуть, он матовый. Вот, сейчас я вам покажу макияж свой. Честно говоря, я не уверена. Мне кажется, что он немножко делает мои глаза заплаканными. Возможно, нужно добавить просто немножечко больше темно-серого или черного оттенка в уголок глаза. Ну, в общем, вот так получилось. Всем спасибо за внимание. Комментируйте, подписывайтесь. Пока!